Бугагашенький, дорогой любитель ужастиков, добро пожаловать в игру Клея. Мы продолжаем изучать этот странный дом в прошлой серии наконец-то. Наконец-то мы выбрались из ужасных коридоров, из башни, как я понимаю. И сейчас мы находимся, видимо, в том месте, где работали наши родители. Значит, выходим. В прошлой серии мы... Оу. В прошлой серии мы зашли вот в такой вот коридор, и нас все время пытались съесть пауки. Причем к нашим врагам тут добавляются паучки такие очень вредные. И надо очень аккуратно здесь ходить. Может, надо тихонько ходить? Ну-ка. Или пауки тут в любом случае нападают? Наверное, в любом. В общем, короче, к нашим врагам, вот тем вредным, я же говорю, тут пауки ходят. К тем вредным врагам добавились еще и паучки. У нас пока что открыта только одна дверь. Ладно, пошли так. Будем просто дергаться туда-сюда, делать паузу и останавливаться. Тыц-тыц. Смотри, вот так ходим. Тыц-тыц. Тыц-тыц. Тыц. Тыц-тыц. Тыц-тыц должны помочь. Вот тут есть два ключа. Вот я не знаю, что мешает им встать на стул и залезть. И забрать ключ. Не? Не хочется? Туда нам нельзя. Ну, понятное дело, ключ наверху. Тут есть одна рабочая дверь. Ну, в смысле, дверь, которая открывается. Вот здесь. Понимаешь, тут нет никакого взаимодействия с ними. Ну-ка. Тыц-тыц. 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 У нас, к сожалению, только одна свеча. У нас есть вот только сюда проход. А дальше мы ходили. О-о. Это что было? Это что было-то? Мама. А, мы здесь были. Я же не одна слышала, что дверь открылась. Почему? Вот почему ролик только начинается, а мне уже страшно. Давай попробуем. Я не знаю, есть смысл туда заходить? Ну, есть, наверное. Слышь, хрюкает. Где ты, гадина? Он здесь. Почему идет сюда? Да? Да, уходим. А вот тут интересно, он сюда зайдет? Нет? Наверное же может. Может, ты все-таки свалишь, а? Алло. What the fuck is going on? Слушай, это что такое было сейчас? То есть тут сейчас уже стоять нельзя? Думаешь, он за нами идет? Мама! Мамочка! Он бежит за нами! Как думаешь, сюда прям может зайти или нет? Это ж типа сейф-рума, что-то такое. Я думала, оно сюда не зайдет! Но тут есть как бы комната для прятания. А куда он, интересно, зашел? Слушай. Он сюда зашел, да? Да, видишь? Точнее, слышишь его четче слышно. Но он идет в противоположную сторону. Знаешь, что самое смешное? И вот я не могу понять, как тут вообще эти комнаты чисто теоретически расположены. Сваливаешь, да, придурок? Ну, сваливай. То есть он, получается, сейчас в том коридоре. Мало того, что за нами охотятся пауки очень резкие. Так еще и этот гад ходит. Сюда идя, да? Смотри, сейчас зайдет, да? Зайдешь? Ну? Ну? Или нет? Стоит нюхает, небось. Ну, вот когда он так быстро семенит, это значит, что он может к нам зайти. Честно сказать, я не знаю, насколько серии меня еще хватит. Может быть, это будет последняя серия, может, не последняя. Я знаю, что я каждый ролик это говорю, потому что игра действительно очень напряжная. Если мне не веришь, рекомендую тебе поставить. Она... Ну вот,
на башку давит, серьезно. Тут какой-то такой вот эффект очень интересный. Вот, понимаешь, и что сейчас делать? Вот он туда-сюда бегает. А если его зациклило? Мне кажется, он должен зайти все-таки. Все-таки должен зайти понюхать. Похрюкать, понюхать тут. Ну, заходи уж, давай, мы тебя ждем тут с братом. Можем тебя тортиком угостить, там вкусненький стоит. А вот куда оно зашло? Оно куда-то зашло? Понимаешь, в чем проблема? До этого мы его как бы не слышали, он тут не ходил нигде. А тут как бы ходить начало, его не должно быть слышно. Его не было слышно раньше. Думаешь, попробовать выйти? Но он уже не ходит. Я просто боюсь, что он опять выйдет в этот коридор и все. А, я же говорила. А, вообще свалил? Пока. Ладно, пошли. Он здесь... Он в соседнем коридоре. Давай проверим. Ну-ка. Вот тут вопрос. Он за этой дверью? Ну-ка. Он тут. Да? Нет? Где ты? Гадина. Свалил вроде. Понимаешь, пауки шипят? Фиг знает, откуда вылезут. Куда он ушел? А тут дихлофоса нет? Чтобы от пауков. Ну что, заходим? Но он не тут. Тихо. Я спряталась. Он здесь, да? Вон там туалет. Он здесь, вот видишь? Тут другой уже ходит. Тут уже какой-то зелененький. Слушай, зелененький, проваливай отсюда. Ты мне не нравишься, уходи. Куда он пошел? Слушай, там дверь есть. Смотри, там идет, есть дверь. Вот иди в ту дверь. Значит, когда у нас стучит сердце, надо запомнить. Значит, он ходит по этажу. Только не нюхай, я тебя прошу. Не хрюкай и не нюхай. А где вообще наши родители? Свалил, да? Но он не в туалет зашел. Опять вышел. Не? Ладно. По-моему, он сюда не заходил, да? О, ключ! Да, конечно. Так, тихо, я не знаю, где тут пауки. Давай зайдем сразу. Я решила здесь засесть и попробовать объединить наши ключи. Значит, как ты понимаешь, нам еще ключи нужно правильно объединять. А, да не с этим зельем. Значит, что у нас теперь есть? Ла-ла-лам-ла-лам-ла-лам. Ключ L с пустой выемкой. Значит, нам нужна там у нас, по-моему, L-T, что ли, будет. Слушай, ну а куда тот синий делся? Блин, у нас же был кусочек. А может, нам надо туда вернуться? Я пока не знаю. Он идет сюда. Он там. Понимаешь, я не знаю, идти туда безопасно. Блин.
Он где-то здесь, в этой части. А я не знаю, в том коридоре, как там вообще... Слушай, ну у нас же был ключ. Может, вернемся, а? Давай вернемся. Просто мы там синий потеряли. Только без пауков, засранец. О, он тут. Идем сюда. Аккуратно. Аккуратно. Я потихоньку... Тихо! Начинаю понимать тактику. Где ты шерудишь? Сволочь такая. Отвали ты от меня! По-моему, он вышел. Поэтому надо срочно уходить. Во-первых, я хочу сохраниться элементарно. Поэтому идем сохраняться. И я хочу попробовать вернуться. Потому что там мы оставили кусочек синего ключа. Я не знаю, можно туда вернуться или нет. Может, тут сейчас... О-оу. А что там? Я не знаю, можно вернуться, нельзя. Вот будет глупо, если он пропал, этот кусок. Я, понимаешь, не помню, где я его нашла. Вот в чем проблема. Я пока никого не слышу. Давай походим. Я думаю, вряд ли он тут. Этот кусочек. Упс! Я знаю, что кусочек не тут, а вот эта вражина точно тут. Блин, вот засранец пришел вообще не вовремя, понимаешь? Просто мне кажется, что надо забрать тот синий кусочек. Мы почему-то его потеряли, посмотри. Видишь, у нас его нет вообще нигде. Я не знаю, правильно это или нет, понимаешь, тут как бы толком ни на что нам нигде не намекают. Куда надо, что надо, зачем надо? Куда он зашел? Я так понимаю, не сюда. Я надеюсь, что не сюда. Пошли сюда. Давай сюда. Да что ж такое, мы второй раз уже так натыкаемся. Жесть какая! Я все-таки хочу попробовать вернуться туда. Значит, там был ЛТ. Слушай, а у нас что было? У нас, по-моему, как раз... Что мы нашли? Мы нашли L. А там, по-моему, надо было Т. А у нас был МТ. Самое смешное, что у нас тоже то был L-ключ. Поэтому я так... Слушай, наверное, у нас эти глюки начинают появляться. Надо выпить зелье. Использую, наверное. Короче, там тоже был L-ключ, я предлагаю пока по этой локации походить. Тут же ж никого нет сейчас. Никто не ходит. Пошли. Ну-ка. Я просто посмотрела в своем видео сейчас. Там тоже был L. Ну где ты? Почему здесь действительно он не может нас предупреждать как-то? В своем появлении. Этот паучище. Я становлюсь нервной. И дерганой. Отвали. Аккуратно. Вот если бы та гадина еще тут не ходила. Где ты шурудишь? Смотри, раз его не слышно, значит в коридоре его нет. Давай смотреть вообще, что надо найти. X. Нам нужен X.
А где он зашел? Ну-ка. Думаешь, он тут? Мне кажется, в параллельном коридоре. Аккуратно. За стеной, да? Давай быстро. О-оу. Он там куда-то зашел. Подожди, он, по-моему, здесь вышел. Он, получается, за стеной ходит. Он не в этой комнате. Сейчас будем узнавать. Значит, он сейчас ходит в параллельном коридоре. Надо, чтобы он куда-то зашел и не хрюкал. Я мастер объяснений. И когда он зайдет в другой коридор, мы сможем выскочить. Он совсем в левой части. Да? Не? Идет сюда, нельзя идти. Отвали. Сюда идет. Ждем пока что, спрячемся. Понимаешь, когда мы стоим на месте, почему я сейчас зелье выпила? У нее начинались вот эти глюки. Я так понимаю, то, что нам брат сказал, типа, у тебя шрамы появились, тебе надо выпить зелье. Короче, я так понимаю, что, наверное, все эти исследования были связаны с нашей дочерью. Ну, наверное, с Клеей. Но я не знаю, Клея. Я ее Клеей называю, Клеюшка. Клемушка, Клеюшка, я почему-то сразу вспоминаю нашу Клементину. Не знаю, почему, не спрашивай, у меня почему-то такая... Не знаю, с чем, наверное, с именем. О, вообще не спрашиваю, я сейчас очень так нервно сижу, прислушиваюсь. Слушай, ты свалить не хочешь, а? О! Ой! Свалил, да? Он в параллельную комнату зашел. Или нет? Но он слева хрюкает, понимаешь? Давай зайдем. Он в туалете. Не варик идти. Быстро. А нам, наверное, в тот туалет и надо. Хотя пока он ходил... О-о-о, паучочки! Пока он в том туалете ходил, может быть, нам и надо было его... Слушай, а может его выманить картиной, а? Вот он... Давай попробуем. Мы еще не пробовали. Причем центральный. Прячься. Я не знаю, сработает или нет. Может, он просто туда уйдет? Вот он здесь. Но он побежал, понимаешь? Он бегает. Давай проверим. О-оу. Заходи. Сюда идем. Ключ. Да. Точнее, это не ключ. Тут ничего нет, но мы здесь спрячемся. Как думаешь, зайдет? Слушай, хитро, 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 хитро сделали. Надеюсь, он сюда не зайдет. Смотри, в туалете делать нечего. Фух. Вот тут непонятно, сколько тут коридоров. Куда это он зашел? Свалил. Слушай, свалил. Не? По-моему, нет. Я не могу понять. Я слышала дверь. Понимаешь, когда слышно хрюканье, мне кажется, что он ходит в соседнем... Тут вот два момента, два разных хрюканья бывает у этого монстра.
Давай попробуем. Нет, не пойду, он там ходит. А он не слышит, как мы шкаф туда-сюда, туда-сюда. Налево уходит, да? По-моему, да. Я хочу выйти в шкаф, понимаешь? Ой. Походу тут, да? Вот он здесь ходит, в этом коридоре. А может и нет. Что там уже? Где-то кто-то меня пытается, по-моему, так вот конкретно напугать. Ходит, ходит. Может он потому... Упс. Мне кажется, он по параллельному ходит. Да. Я боюсь, что он сейчас сюда зайдет. А надо было тут походить. Короче, он в параллельном. Давай слушать. Дверь откроет? Походи там, пожалуйста. Зашел. Не? Точно в параллельном. Тут вопрос в каком? Давай сюда зайдем. Он тут. И он идет сюда. Блин. Где тортик? Сюда зашел? Нет. Куда он зашел? Попробуем? Я не знаю, где он. Давай сюда. Понимаешь, в чем беда? Я не могу понять, где он ходит. Вот сейчас он идет, по-моему, не в нашем коридоре, но он идет в параллельном. Когда у нее начинается сердцебиение, тогда он идет в нашем. Ну, как-то так. Но опять, тут он может быть либо в ванной, там в туалете. Че ты хрюкаешь? Если ты в туалете, выходи давай. Может, его выманить? Просто, понимаешь, если он сейчас будет уйти из туалета, то мы его нифига не выманим. Он по коридору ходит. Он не в туалете. Сваливаешь? Давай. Туалет не такой длинный. Мне кажется. Тут есть еще дверь, идем. Или тут длинный туалет? Тут никого нет. Мне нужно в тот коридор, там, где он находится, понимаешь? Ну, спасибо. Надо его сейчас выманить. Сейчас мы, знаешь, как будем делать? Он сейчас уйдет. Мы включим картину. Короче, сделаем, как в прошлый раз. Я очень надеюсь, что он один. Я надеюсь, что больше никто с ним не выскочит. Ну-ка, покряхти-ка мне. Пауки. Самое будет глупое, если он сейчас... Он сам вышел. Он сам вышел, ты понимаешь? Я только хотела сказать, что будет очень тупо, если он сам сейчас выйдет. Понимаешь, я морально готова, когда он не выходит сам. А вот когда он сам выходит, это плохо. А может, хорошо? Уходи давай. Ушел. Заходим. Видишь, его тише слышно. Про пауков надо не забывать. Он возвращается. Ну-ка. Туалет в конце туннеля.
Дневник горничной. Могу поклясться, что сегодня утром видела служителя хаоса в галерее. Он сбежал из лаборатории. У меня от этой семейки мурашки по коже, особенно от Клея. Ни разу не видела, чтобы она хоть слегка улыбнулась, даже когда у меня был понос и пришлось справить нужду в главном зале. Господи, надеюсь, никто это никогда не прочтет. Так, нет. А где еще часть? Мы что, не можем найти часть? Блин, а ты смотри. Мы прошли вроде все. А кроме вот этой мы нашли только одну свечку. Но это не полный ключ. Неужели мне придется возвращаться? Вот и где он? Вот это будет попадос. Сюда зашел, по-моему, да? Не? Пошли. Аккуратно. Мне кажется, надо вернуться. Ушел. Идем сюда. Тихонько. Тут надо понять, в каком он коридоре. Понимаешь, если он в параллельном коридоре... А нет, в принципе, нас устраивает параллельный коридор. Мы вышли и сразу же забежали. Блин, ну это плохо. Мы исследовали, получается, вторую часть, и здесь нет ничего... Либо я что-то упустила. Я очень надеюсь, что самые внимательные мне подскажут. Упустила я что-то или нет? Мама! Мама, 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 мама! Я же убежать успела! Я же успела! Подожди, я пряталась как раз, и он нас поймал. Поймал этот засранец, но я так понимаю, что нам нужно будет возвращаться, потому что, как ты видишь, я ничего не нашла в этой комнате. Вообще ничего нет. Поэтому, скорее всего, буду возвращаться. Буду возвращаться, ходить по той башне, там хоть как хоть там пауков нет. И это, конечно, жесть. Нет, игра прикольная, но игра такая стрёмная. Я не знаю, насколько хватит еще, буду ли я дальше записывать. Не буду, в общем, короче, если хочешь увидеть дальше, ставь много лайков. Много-много-много лайков соберем, я поиграю дальше. Если же нет, то это будет конец. В любом случае, игрушка прикольная. Жалко, что тут, ну, как бы будут только такие вот... Ну, хотя, может, тут не только такие вот будут пугашки, может, мы не только будем прятаться, а что-то еще будем делать, не знаю. В любом случае, не забывай ставить лайк, подписывайся на канал, увидимся уже в новой серии. Хорошего настроения, пока-пока!